Худение должно быть комфортным, иначе сброшенные килограммы могут либо быстро вернуться, либо же не уйти вовсе. Используйте эти простые правила, чтобы сделать похудение максимально эффективным. Нет голодовки. Конечно, существует и лечебное голодание, но это не то, что нам сейчас нужно. Больше белка, клетчатки и воды. Белок поможет сохранить больше мышц в похудении и дает чувство насыщения надолго. Клетчатка утолит чувство голода и почистит организм. Вода, пожалуй, в комментариях не нуждается. Тренировки. Повысьте дневную активность. Занимайтесь в зале или дома. Выходите на прогулки. Выбирайте то, что будет доставлять удовольствие. Спокойствие. Старайтесь сохранять душевное равновесие, чтобы не срываться и не действовать на эмоциях. Здоровый сон по 8 часов поможет организму восстановиться, наладить обмен веществ и просто улучшить самочувствие. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!